Всем привет! Сегодня я вас познакомлю вот с таким занимательным экспонатом. Перед нами две горки. Первая прямая и вторая циклоида. Циклоида – это кривая, которая определяется траекторией фиксированной точки, производящей окружности. Давайте посмотрим, по какой горке шарик скатится быстрее. Запускаем шары. Как мы видим, по циклоиде шар финишировал первым. Теперь усложним задачу, поставив две одинаковые циклоиды. Шары на этот раз расположим на разной высоте. Отпустим. На этот раз у нас нет победителя. Шары пришли одновременно. Это удивительное свойство циклоиды использовалось в устройстве первых карманных часов. Ведь на какой бы угол ни отклонился бы маятник, если он двигается по циклоиде, то период колебаний всегда будет один и тот же.